One Collective and RD Ministries have been partnering together doing camps for IDP children since Russia first invaded Ukraine back in the year 2014. When those first batch of kids came, they were traumatized, and over the years we've been able to see healing come into their lives. And now some of them have returned as leaders as this new batch of IDPs are now coming to our camps. Я из верующей семьи, но я не очень был близок с Богом. Меня, короче, зовут Эвелина, и я с Киева. Я приехала сюда из-за того, что началась война. А мои батьки є військовослужбовці. І під час війни тата забрали, і мама перебувала з нами, ми були вдома. Потім трапилась така трагедія, тато загинув, і нам прийшлося виїхати з домівки і приїздити до Мукачева. Возле нашого дому лупанула ракета. Дом затрясся, окна теж. Мама скоро поїхала смотреть на наш дом. Ну, він повністю згорів. В этом году, 2022, мы осознали, что нам придется сделать в два раза больше лагерей по той причине, что детей на нашей территории, в Закарпатье, стало больше из-за переселенцев. И когда мы осмыслили эту проблему, мы поняли, что в этом году мы сделаем 4 лагеря. И в этих 4 лагерях у нас было 240 детей. Семьдесят пять процентов это люди, перемещенные с восточных регионов Украины. В это время мы столкнулись с ребятами, которые сидели по 2-3 месяца в подвалах, находились под бомбежками. Когда они попали в наш лагерь, мы видели, что их психика она нарушена, повреждена. Из ребят, которые были в нашем лагере, 60 человек, они исповедали свою веру впервые. Дякую организаторам, что я смог покаяться на этом месте. И они свидетельствовали о том, что никогда не были причастны к церкви. Это, наверное, самый кращий табор. Я когда сюда приехала, я была неверующая, а зараз мені хочеться йти за Бога. Я почала читати Біблію, і мені це подобається, молитися. Взагалі до цього табору я сумнівався у те, що Бог є, і від цього лагеря. Я побачив дуже свідомі свідки, що він є, що це є правда. Цей табір – це для мене як нове відкриття життя. Мені тут дуже сподобалось. Цей лагер допоміг мені знайти більше знайомств і більше познайомилася з Богом, пізнала його краще. Цей табір мені дуже сподобався тим, що тут є дуже духовна атмосфера, тут дуже хороші прославлення Бога, і мені це дуже подобається. У мене більше немає сумнівів про те, що Бог справді є. І після цих історій хочеться стати ближче до Бога. І благодаря цьому лагерю я приїхав сюди і почував Духа Святого. Я такого ніколи не переживав. Я покаялся, я принял Иисуса Христа. Я приехал на третью смену, я уже был как помощник лидера. Ко мне поставили ребят, которые были неверующими. Они никогда не знали о Боге, не знали, кто это. Я понял, что мне надо разговаривать с ними и помогать им. Я начал рассказывать им о Боге. И с того дня, как меня поставили с ними, я начал молиться. В последний день лагеря я знал, что будет молитва покаяния. И я им сказал, если у вас есть хоть небольшое желание, вы можете выйти и покаяться. Началось служение, и в итоге они вышли на молитву покаяния, покаялись, теперь живут со Христом. А мы благодарны всем, кто поддержал наше служение, эти наши лагеря, в том числе всех спонсоров и особенно организацию One Collective. Потому что действительно, своими силами мы бы не справились. В этом году это совершенно другая история. И мы видим, как Бог, Он очень сильно действует в этом лагере, и как Он действительно поддерживает этих детей, и мы видим, как приходит чудесное исцеление в их сердца.